Громкими звуками трубы глашатай объявляет начало концерта. И вот под аплодисменты публики на сцену выходят музыканты образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Дирижирует капитан первого ранга, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Карабанов. Открыли программу вечером маршем из оперетты «Индиго и 40 разбойников». Но Штраус не только император маршей, но и всемирно известный король вальсов. И вот уже звучит «Летучая мышь». Благодарная публика принимает каждое произведение громкими аплодисментами. Усадьбы 19 века, вместо стен деревья и свежий воздух. Мероприятие под открытым небом настраивает на особое восприятие музыки. Просто приятно, когда находишься на природе, тем более классическая музыка. И не надо обязательно одеваться в вечернее платье, вставать на каблуки, краситься, когда можно прийти просто спокойно посидеть, послушать. Солнцезащитные очки, плед и фрукты. Тут Штрауса слушают свое удовольствие. Это вот просто действительно для нас большое удовольствие. Легко и приятно всем, понимаете, это не тяжело воспринимается. Вместе с природой музыка – это замечательно. Теплую домашнюю атмосферу отмечают и сами артисты. И это скорее еще одно приятное дополнение к хорошему выступлению. Публика настроена максимально дружелюбно, встречает очень тепло, в такой непринужденной, такой по-хорошему домашней обстановке. Музыка на природе легка для слушателя, но организаторам мероприятия пришлось потрудиться в работе со звуком. Эта площадка подкупает своей какой-то особой уютностью. И, как ни странно, здесь очень хорошая акустика. Для меня это было большое опасение, как здесь будет звучать оркестр. Все-таки открытый воздух, большой газон и деревья. Это всегда сложно с акустикой. Но здесь великолепная акустика, и нам очень приятно здесь выступать. Оркестр ВМФ России – это 100 профессиональных музыкантов. Но для этого концерта состав сократили. Только лишь потому, что на сцене у входа в главное здание усадьбы могли разместиться 40 музыкантов. Это уже традиционное мероприятие, которое проходит ежегодно и привлекает жителей Московской области и москвичей, и гостей нашего региона на такое вот красочное и зрелищное мероприятие. Фестивали под открытым небом продолжаются. Следите за афишей. Екатерина Чернышова и я, Дамия, Видное ТВ.